Целый коридор из Николи Алис. Это круто. Всем привет. 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 Мы куда мы собираемся? У Алисы новая прическа, новый стиль. Да, мы едем на шопинг. У Алисы новый стайл, действительно. Она решила, что, в общем, так ей будет прикольно. И волосы мешают, раздуваются ветром. Она нашла выход из положения, чтобы ветер не раздувалось. Как вам новый стайл у Алисы? Тебе как самой Алиса нравится? Алиса вообще в последнее время придумывает очень много образов своих. Такие прикольные у нее. В общем, Алиса у нас на самом деле очень творческая. И у нее получаются разные творческие штуки очень круто. Все, поехали. Лаки тоже с нами собирается, я так понял. Так, все, выезжаем, мы едем на шопинг. Сегодня будет очень круто. Поехали. Что сделать? Интернет раздать. Интернет раздать. Показывает, надо что-то удалить. Давай. Ну, сейчас Николь посмотрит. Отобрали у мамы телефон. Алиса умудряется разрядить все свои гаджеты, которые у нее есть. И чем больше их, тем больше они разряжены. Закатывает истерику все время. И зарядка не ставит. У меня нечего смотреть. Потом в итоге сейчас возьмет мой телефон, доведет его до полной разрядки. Ты такая? Едем покупать кроксы, которые Лаки разгрыз у всех плечом. У него, да, у него режутся зубы. Впереди уже два ряда зубов у него. То есть старые еще не выпали, а новые уже начинают подрастать. Они так в два ряда растут. И у него очень сильно чешутся зубы, и он все грызет. Да, мне кажется, он будет грызть независимо от того, это просто собака. Надеюсь, нет. А я надеюсь, что я права. Ну все, поехали. Что? Так, все, все пристегнуты. Все пристегнуты. Так, напоминаю вам, наши зрители, что в машине обязательно нужно пристегиваться. Это ваша безопасность. Родители, это касается вас. Пристегивайте всегда детей, возите их только в автокреслах. Даже если вы суперводители, то это не значит, что навстречу вам едут суперводители. Да нет, поэтому сейчас дело даже не в этом. Просто есть правила, которые не нужно нарушать. Ну да, и все. Это ваша безопасность. А мы едем, все правильно, да, мы готовимся сейчас к поездке в Лас-Вегас, нам нужно немножко... Нам позвонил Толик и говорит, что там по вечерам будет очень прохладно, даже типа зимние куртки подойдут. А мы тут все налегке, все зимнее мы оставили в Польше, и, наверное, сейчас вот поедем. Все-таки я куплю, наверное, детям Уги, потому что холодно. Ну да, там прохладно вечером в Лас-Вегасе. А Уги можно носить как и тепло, так и холодно, они такие нейтральные. Кстати, у папы вот тапочки Уги, мне они очень понравились. На России тоже куплю такие тапки. Да, да, тепленькие очень. И нога у них не потеет, по-моему. Не, не потеет. А, ребята, если вам видно через заляпанное стекло, чем у нас такое заляпанное, висит шаттл огромный. Шаттл это называется? Да, да, шаттл. Вот такая махина, прям так прикольно это наблюдать над своей головой. Мы предполагаем, что это реклама Goodyear идет, это что, шины, Максим говорит. Она, правда, сейчас куда-то разворачивается или... Так, ну, в общем-то, мы уже, в принципе, здесь. Первым делом мы решили... Да? Дед Мороз Аванес. Нет. Такой же Микки Маус был? Нет, там было подсобие. Он сидел в какой-то пластиковой. А, да, там другой был Микки Маус, но тоже Микки Маус. Мы, в общем, первым делом решили зайти в магазин Disney, потому что нам надо купить плавки, потому что мы надеемся, что в... В Лас-Вегасе мы там немножко поплаваем в каком-нибудь бассейне или аквапарке. Да. Да? Плащики, плащики, я думаю, да. Надо брать плащики обязательно. Смотрите, какое новое платьечко. Я не видела Фроза. Вон она. Да, круто. Это какое-то новое, походу. Платье. А такое мы хотим платье? А это новое платье Фроза. Ой, нет, это Анна. Это ее новое платье. Вот они, смотрите. Прикольно, ага. Так, это я даже не знаю, что это. Это какой-то новый мультик про вампиреныша. Да. Это вот вампиресса. Вампиресса? Да. Так, мы зашли уже в магазин, в общем, тут всякая одежда. Нам надо сейчас кроксы купить. Но здесь почему-то... Да, здесь только есть другие, вот такие, но тоже, кстати, прикольные. Может, такие попробовать? Смотри, какие золотые есть, но это больше для Алиски. Так, смотрите, какие милые маленькие бутсы цветные. Тапка зайцы. Давай, мери. Смотри, Алиса, что нашла, игру какую. Алиса, что тут делать надо? Оп. Видела как? Смотри. Обводишь кружок. Раз. Так. И тебе надо клопов искать. Вот этих вот, смотри. Оп. Каких вот этих? Да, всяких клопов, жуков. Папа, ну перестань. Давай.
О, круто, мама уже что-то нашла. Покажи нам, что ты нашла. Вау, какие яркие цветные. Так, это для Николь, нет, да? Это для Алисы. Это и для Алисы, кто-то другой? Алисы. Смотри, Алис, какие тебе прикольные купальники мама нашла. Друзья, а вы любите шопинг? Честно вам скажу по секрету, я, например, шопинг ненавижу. Но поскольку у нас очень большая семья, я хожу со всеми вместе шопиться. Так, Николь развешивает свои вещи. И Алискины. Сейчас будем мерить, в общем, смотреть, что получается. Очень большие прикольные примерочные, такие можно тут спокойно и поснимать. И, кстати, есть даже, представляете, вот такой небольшой подиум, на который можно выйти и тут прям вот так. Ча-да-да-да! Посмотреть, как выглядишь со всех сторон. Эй, Лянь, откройте мне, пожалуйста. Представляете, вышел и все, дверь закрылась. Так, ну вы посмотрите две эти модели, а ну покружитесь. Я хочу на подиум. Давай. Да. Так, подиум ждет. Ча! Свет софитов, вспышки фотокамер. Крутитесь, крутитесь. Лизка, аккуратно. Ну как тебе, Николь? Такая кофта прикольная. Это двойная, короче, кофта. Внизу и сверху. Получается две одежки. И джинсы прикольные. Слушай, Николь, ты так выросла вообще нереально. Как будто Николь сейчас лет 12 уже, или даже 14. Так, а ну пошли посмотрим, да, я другие штанишки возьму. Смотрите. Ты звезда номер один. У тебя на ноге единица, а пайта вся в звездах. Так, выступай, Николь первая. Давай, Николь первая выступает. Так, все, Николь, давай. Ча-ча-ча! Так, давай ты теперь маленький рэпер номер нет, один. Не снимай меня. А почему? Давай. Нет, уйди. Николь, давай померяем. Ну, давай. Так, Николь убегает, давай. Теперь, давай, йоу. Хо, йоу. Вау. Так, к нам уже подъехала Ванес, привет. Привет. А Алиса примеряет новый прикид. Ничего себе. Очень круто. Мягенькая пайта, кстати. Она из двух, получается, частей. И вот эта мягенькая, и вот эта мягенькая. Смотри, да, вообще супер мягко. Там Николай. Купальники, прикольные. О, да, там куча нас. Куча вас? Да, вон, да, да. Ага, а ну-ка. Потому что сзади нас зеркало. Целый коридор из Николи и Алис. Это круто. Смотри, какая у нас тут божья коровка. Я даже не знаю, как тебя назвать. Слушай, мышь летучая. Нет, очень... мышь летучая. Это самая крутейшая пайта из всех, которых я видел. О, Николь! Я говорю, когда Николь так выросла? Короче, в шоке. Да. Николь, ты выросла. Слушай, ты такая взрослая. Прикольные джинсы вообще. Ага. Ну. Моднявые. Вот это сейчас новая фишка какая-то. Внизу, я не пойму, обрезанные, знаешь, типа. Планетами там. Да, да. Все как надо. Как тебе такая кофточка, Николь? Супер. Нравится, да? Круто. Да. Ребята, вы не представляете себе, какое мучение с Николь выбирать обувь. Да. Да. Поэтому я ненавижу это дело. Потому что ей постоянно все давит. Да. То везде. Потому что вся новая обувь, ну, она еще плотная. А та обувь, в которую она приходит, она уже разношенная. И это прям кошмар. Если у вас такая же проблема, лайк и в комментах напишите, да, что вы делаете, когда у вас так. Мы все-таки нашли, да, прикольные кроссовки для Николь, вот такие звездные, с очень прикольной подошвой. Поперемерили 600 миллионов разных кроссовок, да? Да нет, мы перемерили только штук 5. Да ладно. Штук 558. Так, ну мы сейчас пробуем уги попробовать на Николь. Это первые уги в ее жизни. Ну давай пробегись. На чуть-чуть пробежаться. А где тебе больно? Вот тут. Вот тут? Просто уги, они такие очень мягкие, и там просто сейчас шерсть. Надо, чтобы немножко шерсть сбилась. Ну попробуй, пройдись чуть-чуть по магазину. Уги прикольные, их можно и зимой, и летом, в общем, но они, в принципе, достаточно теплые. В общем, мы накупили, короче, всего. Наша машина уехала, короче, от нас, непонятно. Мы вышли, она уехала. Это странно. Ты в шоке? Вот это поворот! Вообще. В общем, мы ждем нашу машину, она по непонятной причине куда-то уехала. Причем так резко. Все видели. Очень странно, такой, да, блин, произошло. Не, он такой увидел, это дети! Уезжаем! Он вас испугался, Алиса. Три девочки! Три мальчика! Обалдеть!
на этом наш влог закончился. Ждите новый выпуск завтра. Подписывайся на канал и ставь лайк. Пока-пока-пока!